А зараз настав час для спілкування із гостем нашої студії. Сьогодні до нас завітав пан Юрій Голік, радник голови Дніпро-ОДА, і поговоримо ми про гігантський флагшток. Моє вітання. Отже, що це за проєкт, наскільки він важливий? Ну, давайте начнем издалека. До 2014 года, когда началась война с Российской Федерацией, мы жили в Украине. Нам казалось, что это все незыблемо, что границы никто не будет нарушать, что нас окружают добрые соседи. А потом одна из стран-соседей на нас напала. И вдруг оказалось, что у нас есть своя идентичность. Все вспомнили, что у нас есть украинский флаг. Все вдруг начали учить украинский гимн, сплотились перед лицом российской агрессии. И те ребята, которые защищали, защищают и будут защищать свободу и независимость Украины на фронте, на Донбассе, на войне с Российской Федерацией, у них на военной одежде расположен обязательно украинский флаг. То есть это один из главных государственных символов. А вы видите, как сейчас поют гимны даже на футбольных матчах, когда все фанаты встают, то, чего раньше не было, да? А и совершенно по-другому сейчас стало отношение наших жителей, нас с вами, к государственным символам. Мы сделали уличную внутреннюю экспозицию музея ТО. Уличную мы делали вообще за свои личные средства. А, к сожалению, в других городах подобных музеев пока не появилось. Мы сделали аллею памяти героев в сквере возле облгосадминистрации. Сейчас в эти две локации, плюс в 25-ю военно-воздушную десантную бригаду, мы возим школьников. У нас есть проект «Шляхами героев». Мы хотим показать цену, которую Украина за свободу и независимость платит, чтобы они это понимали. Третьим проектом этого патриотического движения мы задумали сделать высокий флаг. Мы не ориентировались на какую-то там определенную высоту. Мы исходили из инженерных расчетов. И мы его сделаем на проспекте Яворницкого. Это очень важно, потому что если вы поедете в те же Соединенные Штаты Америки, вы увидите, что американский флаг висит на каждом доме. То есть люди уважают свой флаг. Мы хотим, чтобы флагов было как можно больше. Саме тому нагорна частина міста Дніпро. Ну, да? Тут сошлось много факторов. Во-первых, если вы посмотрите историю, вот мы в ней покопались, оказалось, что вот этот холм, на котором сейчас флагшток расположен, уже установлен, с этого холма начался Днепр. И есть нулевая верста, так называемая, возле храма, который, вот Соборная площадь, там парк, да, и музей, и там дальше храм стоит. Вот возле храма есть памятник на нулевая верста. То есть, собственно, вот с этого холма Днепр начался. Это первое. Второе, это вторая по высоте точка Днепра. Над уровнем воды, ну, в данном случае над уровнем Днепра, там, либо можно говорить над уровнем моря. А самая высокая точка расположена на Запорожском шоссе, но, к сожалению, там не представляется с архитектурной точки зрения установить ничего, но посреди шоссе вы же флаг не установите. Да? А и третье, если вы будете находиться внизу проспекта Яворницкого, посмотрите вверх, вы эту точку увидите. Если вы будете находиться на том берегу, посмотрите, вы эту точку увидите. То есть она просматривается со всех сторон, плюс она является пересечением проспекта Яворницкого, вот этой нулевой версты, которая проходит через сам храм. То есть это правильное место с любой точки зрения. Кроме того, мы смотрели, откуда ее будет видно, насколько ее будет видно. Это получается самая идеальная точка для установки флага. Плюс у нас было требование не нарушать какую-то архитектуру зданий, стоящих рядом. Там сейчас строится метро, там будет станция музейная, люди, выходя из метро, будут видеть этот флаг. Там рядом горный университет, мы приведем в порядок территорию в парке, студенты будут сидеть на переменках, общаться между собой на нормальных лавочках, в нормальном парке, понимая, что вот возле них самый высокий флаг в Украине. Если говорить про размеры, и вы кажете, что самый высокий, насколько я понимаю, Днепропетровщина снова претендует на певный рекорд? Здесь не было вопросом сделать рекорд, здесь было вопросом сделать его правильно. Исходили с чего? Первое, исходили, когда определились точки, начались проектные работы. А в эти проектные работы показали, что вот то основание, которое там можно установить, правильно выдержит высоту 72 метра. Дальше, если вы посмотрите в законодательство, то одна из сторон флага должна там равняться 20%, по-моему, от флагштока. То есть, если 72 метра, там получается 12 метров. Дальше флаг должен быть иметь соотношение сторон 2 третьих, соответственно 12 на 8. Поэтому флагшток 72, флаг 8 на 12, и тогда это полностью попадает под законодательство. Это сделано так, как оно должно быть. Давайте поговорим о стоимости проекта. Порядка 20 миллионов гривен вместе с приведением в порядок территории парка вокруг.
Ну и если говорить о сроках, когда это все произойдет, скорее всего, наверное, где-то к Дню независимости или... У нас же есть пережиток коммунистического прошлого, мы все хотим под определенные даты. Безусловно. Да, если парк, то ко Дню детей, если флаг, ко Дню флага. Я думаю, что тут ко Дню флага мы успеем, но на самом деле мы будем делать его ровно столько, сколько это нужно. Понятно, что мы делаем все достаточно быстро, в этом уже все убедились, но не гоним под какую-то дату. Плюс сложность в том, что одновременно там турецкие подрядчики строят метро, и мы сейчас в тесной взаимосвязи с ними понимаем, как сделать так, чтобы не получилось, что мы флаг построим, а через полгода им надо будет часть разобрать от того парка, который мы сделаем, а потом собрать его аккуратно обратно. Мы хотели бы, чтобы это уже было закончено какой-то процедурой. Мы сейчас состыковываем проектные решения, потому что оно у них поменялось в процессе, пока мы строили. То есть такая вероятность? Ну, я думаю, что мы в любом случае найдем выход из этого положения, потому что все прекрасно понимают, что метро нужно и флаг нужен. Дальше вопрос состыковать две строительные организации. А чья это идея? Вот так. А у нас идеи рождаются на оперативках, когда губернатор собирает заместителей начальников департаментов и советников, когда все обсуждают, есть люди, которые чем-то увлечены, кто-то увлечен строительством, кто-то патриотическим воспитанием молодежи, то, что называется, кто-то темой АТО, и в результате обсуждения такое возникает. А дальше потом отдельный советник, у нас есть руководители проектов, то есть у каждого проекта должен быть руководитель, под которого уже собирается остальная команда, потому что мы ушли от де-юре, структура администрации осталась та же самая, вертикально интегрированные департаменты. А де-факто все советники, там, в том числе я, отвечают за горизонтальную шивку департаментов между собой. Поэтому, когда собирается группа по флагу, в ней может быть представитель департамента культуры, департамента капстроительства, еще и департамента образования. И эта рабочая группа уже дальше этим флагом занималась. Как думаете, тему флагштока мы обсудили полностью? Ну, я думаю, что, судя по комментариям Фейсбука, всех интересовал вопрос, не упадет ли флаг. Да, это очень важно. Вы же сказали, что не более чем 72 метра, я уже просто... Да, но на самом деле, давайте понимать две вещи. Первое, любой проект проходит госэкспертизу, и ни один эксперт не поставит свою подпись, если не убедится в правильности расчетов, это первое. Второе, торги в Прозоро выиграла компания Rubicon Monolith, это та компания, которая строила, допустим, Минору, ну, для понимания сложностей того, что она может построить. Это та компания, которая вместе с нами в 2015 году строила взводно-опорные пункты, один из которых мы построили на окраине Горловки в самый разгар войны. Это такое большое инженерное сооружение, несколько сот метров на несколько сот метров, которое не каждый даже готов был вообще выезжать туда, не то что строить там под обстрелами. Вот. Поэтому с этой точки зрения мы не переживаем, экспертиза пройдена, мы уверены, что все будет хорошо, и я думаю, что этот флаг, уверенный в этом, будет еще одной визитной карточкой Днепра. Ну и коль мы так или иначе затронули тематику строительства, перелистывая ваши посты на Фейсбуке, я вижу, что вы сейчас очень много ездите. То там опорная школа, то там мы опорная всегда школа. Много ездим. У нас построена работа так, что среда-четверг, как правило, это дни, когда все разъезжаются. А кто-то ездит 2 дня в неделю, кто-то каждый день недели ездит. Но вот в среду практически все разъезжаются. Что последнее посмотрели, на каком этапе? Вчера мы увидели более-менее в законченном варианте школу в Желтых Водах. Это будет самая яркая школа страны. Мы увидели ее уже именно такой, как на картинке. Плюс мы увидели порядка 150 человек, работающих одновременно внутри. Понятно, что всем, опять же, хотелось бы под определенную дату, чтобы школа открылась 1 сентября. На самом деле она откроется тогда, когда мы ее достроим и убедимся, что все системы, включая там, кондиционирование, работают нормально, и противопожарную безопасность. Мы вчера увидели фантастическое явление, называется детско-юношеская спортивная школа в Софиевке. Это такой, знаете, регион, оплот крепких хозяйственников, который 99% голосовал за стабильность. А вот этот ДЮСШ — это какой-то такой барак 8 на 10, который по проекту мы вообще будем сносить, потому что его невозможно реконструировать, его нужно просто снести, выкинуть и на его месте построить новый. Буквально через 2 недели туда зайдут строители. А вообще, ездя по области, мы дико удивляемся, потому что огромное количество, во-первых, брошенных объектов недостроенных, а во-вторых, несмотря на то, что и курс доллара долгое время был 8, как всем хотелось, и колбаса какое-то время по рубль 20 была, а нет инфраструктуры, понимаете, потому что мы обижаемся на нашу сборную по футболу, что у нас там не играют футболисты уровня Месси, а я не могу понять, а где этот Месси должен вырасти, в этой ДЮСШ в Софиевке, ну, как бы так не бывает, поэтому у нас огромная задача реконструировать все, что только возможно, для того, чтобы в каждом самом даже отдаленном селе Днепропетровской области у детей были все возможности и для школы, и для детского садика, и для занятий любым видом спорта. Ну, у нас осталось меньше минуты, давайте о подарке для жителей Обуховки поговорим. Детский садик? Нет.
Про озеро. Озеро? Да. У Обуховки вообще много подарков в этом году. Во-первых, мы откроем детский садик. Этот детский садик будет самый современный в стране вообще, просчитанный со всех точек зрения, вплоть до того, где восходит солнце, куда оно будет светить, как оно будет нагреваться, какие окна с какой стороны должны быть и так далее. Мы называем это шведский проект, потому что такая архитектура в стиле минимализма и той формы, которую государство никогда не строило. Второе, мы в Обуховке, если я не ошибаюсь, 5 или 6 дорог в этом году делаем. И третье, это озеро Попасное, мы в этом году заканчиваем. Это одна из, ну, речек, но это озеро на самом деле, да, которое мы расчищаем, и местные жители дико удивляются, потому что раньше там было болото. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Спасибо. І сподіваюсь, найближчим часом і про флагшток уже встановлений, поговоримо і про розчищене озеро. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що в нас у гостях був Юрій Голік, радник голови Дніпро-ОДА.